Дорогие гости, я хочу поприветствовать вас от имени всех жителей знаменитого города Казани, где вас тут встречается с Западом, и хочу представить вам наш прекрасный город Казань. Казань известна как город совместной жизни русского и татарского народа в течение более 5 веков, объединяет, лежит на шелковом пути, который проходил здесь 1000 лет назад. Новый шелковый путь также проходит через Казань, транспортный проект развития Казани. У нас скоро будет развиваться новая программа, утверждена 2020 года. Новая железная дорога, которая будет проходить из Китая, связывая нас с Китаем, с Турцией и с Ираном. Имеет соответствующая инфраструктура в Казани, имеется, протекают 2 реки, соответствующие парки. Мы помним о традициях и, соответственно, и развитии нашего промышленного комплекса. Мы живем, не забывая традиции. В 2005 году Казань отмечала свое 1000-летие. А почему люди приезжают в Казань со всего мира? Потому что здесь интересно. И каждая улица может вам рассказать истории знаменитых людей, рассказать вам о легендах и тайнах. В соответствии с каталогами по туризму Казань входит в тройку ведущих предпочитаемых международными туристами и входит в топ-10 наиболее активно развивающихся туристических дестинаций и предъявляется единственным городом из России в соответствующем рейтинге. А почему миллионы людей хотят посетить Казань? Казань – это история. Казань – это таинственная смесь как истории и культуры. Несомненно, это привлекает туристов в наш город. Представьте лишь то, что 2 из 56 объектов российского списка наследия находится в Казани. Первый такой объект – это Казанский Кремль, и второй – комплекс Булгар. Мы предлагаем включение в список всемирного наследия ЮНЕСКО наш остров град Свияжск. Культура наша богата благодаря проживанию здесь разных этнических групп, разных национальностей. У нас празднуется и Рамадан, и Пасха, Курбан Байрам и Масленица. Различные мероприятия всемирного уровня, как спортивные, как и культурные. Здесь проходит международный фестиваль балета Рудольфа Нуриева, международный фестиваль оперы имени Федора Шаляпина. И это является нашими хорошо известными российскими брендами. Сложно найти в Казани какой-то город более разнообразный с точки зрения религиозного сосуществования, мирного существования разных конфессий. И одна из основных задач разных уровней властей – это поддержание этих условий. И хотелось бы отметить то, что в Казани вернулся знаменитый список иконы Божьей Матери из Италии и открылся в том числе и католический собор. И икона Казанской Божьей Матери была найдена в Казани в 1570 году, привлекает большое количество паломников. У нас имеются спортивные центры, бассейны и прочие комплексы в разных районах нашего города. Соответственно, каждый горожанин может принимать участие в спортивных мероприятиях. У нас есть футбольный клуб «Рубин», хоккейный клуб «Авбарс», волейбольный клуб «Зенит» и волейбольная команда «Динамо». Различные чемпионаты, соревнования происходят у нас каждый год в Казани. Белеш, Ишпишмак, Кейсты, Байгу, Бадья – это наши национальные татарские блюда. Такого нет нигде в России. У нас есть большое количество ресторанов в нашем городе. Они предлагают нашим гостям попробовать их. У нас есть гастрономические турны по Казани. Они становятся все более и более популярными среди гостей столицы. Республика Татарстан была включена в первую пятерку наиболее благоприятных для инвестиций городов. Казань часто выбирается как место для профессиональных конференций, для бизнес-встреч и для семинаров.
У нас есть замечательные больницы, медицинские центры, которые позволяют поддерживать здоровье наших людей, горожан Казани. У нас есть 59 объектов, которые построены по европейским стандартам. Среди них есть центры скорой помощи, больницы в университетской деревне и так далее. Казань исторически является одним из основных исторических центров в России. Большое количество замечательных и уникальных открытий было сделано в Казани. Казань – это то место, куда съезжаются талантливые люди со всего мира, с развивающихся стран и Казани. Количество студентов растет каждый год. Казанский университет – один из известных мировых университетов России, который был основан в 1805 году как имперский университет, и он является вторым по возрасту университетом в России. Казань много участвует в международных мероприятиях, дипломатических мероприятиях, имеет большое количество выставочных залов, конференц-залов для разного рода событий. А Казань отлично готовится для чемпионата мира по футболу 2018 года, и в следующем году у нас будет конфедерация FIFA. В 2019 году Казань станет центром сбора для молодых талантливых людей. World Skills Competition будет проходить в Казани в этом году. Летняя универсиада стала одним из величайших событий в жизни спортивной нашей столицы. И Казань готовилась несколько лет к этому мероприятию. Улицы были обновлены, здания были отремонтированы, много построено спортивных сооружений было. И универсиаду посмотрело более 3 миллиардов зрителей. В прошлом году у нас проходил мировой чемпионат по водным видам спорта. Это стало замечательным местом привлечения туристов и любителей водных видов спорта. Мы привлекли более 400 волонтеров для обслуживания этого мероприятия. И у нас город был готов к тому, чтобы принять 2000 официальных лиц и 100 тысяч гостей. Мы создали и разработали специальный календарь на специальных событий, интересных событий в нашем городе. Для нас очень важно, чтобы эти программы были поддержаны нашими жителями. Программы развития туриста. Все эти события, конечно же, отражаются на развитии транспортной инфраструктуры нашего города. Казанский аэропорт был перестроен и расширен. Железнодорожные станции стали более удобными. Качество дорог, транспортные услуги, общественного транспорта, их качество очень значительно возросло. Здесь, в Казани, вы можете выбрать себе место для проживания в любом месте. 5-звездочные гостиницы, небольшие комфортабельные хостелы, Кортиард, Мэриот, Рамада, Хилтон. Все это здесь есть у нас в Казани. Казань любят туристы, которые приезжают в Казань, и даже те, кто хотя бы один раз приехал, очень восхищаются Казани. Казань очень удобное место для туристов. Казань самый инновационный город в России, наиболее организованный город и наиболее удобный для проживания. Казань развивается очень динамично. Казань удобна для жизни, привлекательна для бизнеса. Как мудрец однажды сказал, один раз лучше увидеть, чем 100 раз услышать. Мы очень-очень рады здесь принять вас в вашем городе. Большое вам всем спасибо.